toast. Fuck some chicks, I got cold. You fuck cold in a brunch. No, I ain't rubbing a smudge. Everybody makes mistakes, and regrets will hold you back. I guess it's best to grow up. I ain't trying to leave no one behind, man, I wanna see. Everybody progressive for my enemies. I'm not gonna fight my mind, I believe it. Emotions leave you with memories. Funny shit's hard mentally. Feels like my career is in jeopardy. Especially now that I'm expertly building my legacy. Writing melodies close to the destiny. Run up the semis, don't want to still lose. Don't care if you live in my own so I hate my world. Заранее.
Сутничащего нас мерз, ты творился тайно разум. Загадки аспект, ты по сам поспалим на сумку, зажимут во сне. Но чем замазать доску по месту, где нас нет? После комфорта или рекордного, а ты упорно связь телепорта. Может быть он был бой, старой формуле, кто в родной тени Голдунга. Здесь ты видел все шахты Дортмунда, скалы Горбула, скалы Морбеков. Весь трущоб, ради его орула, книг, но то не станет ли мир. Это связи Дортмунда с точки Гамма. Если вы думали, что я не буду пиздеть между трагами, то вы глубоко ошиблись. Короче, меня видно там? Я заготовил трагу.
Короче, люди, которые делали это прекрасное шоу, просили меня заранее подготовить какие-то слова между треками, чтобы все было профессионально. Ну, вы понимаете, чтобы не было так связано, как у нас обычно на концертах. Но, честно говоря, я все нахуй забыл. То есть я написал себе в заметке, в мобильнике, типа, 5 каких-то речей, но я так не умею. Поэтому буду сегодня Саше позвонить, и все отсыграть его, не заготовлено. И плюс у нас, конечно, сегодня будет много пафоса, я вас предупреждаю. Просто вот место обязывает немножко, сам зал. Настолько много пафоса, что мне как-то даже хочется, я не знаю, рыгнуть, чтобы немножко разведить эту атмосферу. Но у меня пересохло в горле, поэтому я не могу рыгнуть. Короче, я рад, что даже когда нас 12 тысяч, это все еще уютненькое место. И, кстати, я думал, что будет страшнее по размерам этого прекрасного зала. Короче, добро пожаловать! Спасибо, что вы здесь! Ну что? Вы помните, как все начиналось? Все начиналось намного скромнее. Все начиналось в 2008-2009 году, сегодня будет много ретроспектив, ностальгии, метабличей. Вот. И все начиналось с замечательного места в интернете, которое называлось hip-defis-hop.ru. Из батлов, которые там проходили. Это был 2009 год, и я предлагаю вспомнить это время. Let's fucking go! Let's go.
Ведь мы после заранее скидали его в сигнал всем. Всем основанием за ним он весь возвращает. Очень много. Самый большой концерт, который у нас был пока что, был 8 тысяч человек в стадионе в Москве. Это было прошлой весной, это тоже было круто. Но там не было трибун, и поэтому это все было более активно. Я, короче, настолько перестрессовал, что до концерта просто лишился голоса. Я не знаю, почему все было идеально. Видимо, просто нервы. Но я надеюсь, что вы все равно разбираете то, что я читаю и говорю, да? Потому что у нас нет, блядь, фонограммы, ну как, кроме как если поет парк, которого здесь нет, я вам подхожу. Мы не повсори, у нас нет фонограммы, и мы выходим и делаем, даже если пиздец. Вы знаете, у меня часто это хуйня с голосом, но нам это не мешает, мы все равно сделаем все по максимуму. Я хочу от вас максимальной поддержки сегодня. Это Питер, это мой город, это мой город.
спасибо, ребята. И я знаю, что сегодня ждали по-любому, я смотрю из Вердоров, как у меня 9 лет назад большие проблемы с кэшем. Sorry за английский. Большие проблемы с баблом. И поэтому для вас я читаю трек, который я не читал, блядь, уже, по-моему, 3 или 4 года. Он максимально не актуален для меня, но я его читаю для вас, я вспоминаю, что было. Он называется «В говне». Спасибо, ребятки. На самом деле, всем добро пожаловать. Здесь очень разное собрались. Я слышал из-за кулис крики «Антихайп», вам тоже добро пожаловать. Сами. Спасибо, что зашли на наш огонек. У нас уютно. Оставайтесь. Короче, я следующий трек не чужал вообще ни разу за сценой, если не ошибаюсь. Потому что битмейкер, который сделал этот бит, потом выяснилось, короче, что он лютый антисемит, и узнав, что я зачитал его бит, он не дал мне дорожки для бита. Потом у меня нет этого бита. По иронии судьбы этот трек называется «Вечный жид». И у меня до сих пор нет этого бита, мы пытались его переделать, получалось не то, потому что битмейкер хоть и сука, но, видимо, очень талантливый. Вот. И поэтому я сейчас просто вам возьму акапеллу, я надеюсь, что я вспомню слова. Перелатанный узелок, иду походу придурковатую босиком, блядь. Дезертировали команды и узелок, хоть и в рот не кропали каракули до сих пор. Спальники и подъездные площади и таверны, сами дома и местные, все презентируемо. Протягивайте руки на поверти, но пока я не протянул ноги, кладу их на скатерти. Да, на дорогах надо бороться, прописка вам же страхов на канатах Фокса. Нас нашли, когда ты рассуждаешь, брат, я слышу, нас слышу. Посмотри на меня, профиль расточек. Я скажу, то все с детства делал не так. Нормально, мама, не гроб, мы не разные, не пытать. Видел вдалеке чужака, как жаль в панике. Все свое с собой протяга шагает на реке. Вечный жив, я умру, но в эти песни буду вечно жить. Помни об этом, если меня задеть решил. Ведь я вечный жив, я скитаюсь, не суждено прилечь тиши. Е, мне не пишет ведь Якова. Я исходный с ним, ненавижу всех одинаково. На ц
эмоциональный, это слишком человеческий, нечего лечить ни за отчизну и отечество. Мы провинцы, на них надо родиться. Махинатор спекулирует номерами лица. Все пятые мечены, пороки, балаганы, дубканки, великаны, бородатые женщины, я гейти. Вы такими не полетите, даже твою тему снизи, как бы вопейте. Но шикарный как опыт, основная зарплата. Вас поплыли по слову, сейчас кого программа. Мы паспорты, пасеки, гастарбайтеры, мастаки. Воровайте по краске, как люди твою дастаки. Назовьтесь не качки, Читал на сцене ранее, но тоже было давно и неправда. Называется он «Жук муравейник». Давай, давай, давай!
Обозим, обозим. Спасибо, что помогаете. Я, let's go. Я буду бежать, просто поставь цель.
Статистически здесь наверняка есть кто-то, кто даже не знает, кто такой я. Кто я такой? Может быть, их немного, 2-3 человека, но может быть, их привели сюда, не знаю, против их воли, там, бойфренд, гёрлфренд, может быть, они бухие, случайно здесь оказались. Я уверен, что чисто статистически здесь есть такие люди. Я как бы чувствую вашу боль, ребята. Вот. И меня зовут Мирон, я пишу песни. Музыку пишет вот этот человек, Дарио Даниэль Гроубаянс Новиэль. Ты вас фокер оп, я почти правильно сказал. Короче, его зовут Порчи. Третьим участником нашей замечательной группировки вы, конечно, знаете. Это Иван Охрович Рудоев. И сейчас для вас всех прочитает господин, чье имя я скрыл между половиной из Португалии, России, Великобритании. Я хочу, чтобы вы пошумели для Порчи! Everybody watching us, now we are so. What's the point of the twist? Serves me some tea, so we call it a shit. Let's just move, 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 let's Tuesday, so put us on the beat, don't you do crazy, fuck about the ball.
Походу в следующий раз придется делать 1000 человек и все. И делать билеты либо по 50 тысяч рублей, либо бесплатные, кто первый пришел, тот получил. Это единственный два варианта, больше вариантов нет. Или ничего, господа. Делаем все сам просто. А кто думал о маленьких концертах? Вопрос только все, а все остальные не были, все это небольшие. Ёпта, что я тут вообще выдручиваюсь? Вы не знаете ничего другого, вы знаете такой огромный концерт? Знаю! Раньше было лучше! Кто считает, что да, поднимите руку! Нет! Кто считает, что сейчас лучше? Окей, ну... Короче, больше всего людей просто не знают, чем думают. Спасибо за честность. Короче, следующий трек называется «Переплетено». Вот что. Бит опять же сделал порчу, не знаю, почему бит он его делал, но это один из моих любимых битов. Все переплетено, полетимо, хотели сходить, а не помчались, как глубоко было переплетено. За последний мной, но за пусть без сухой, не покрутите вашу, а переплетено. Пусть на кабаку, пусть на кабаку, секс это поток, перекати поле, но не сумма везде, все переплетено. Даже костоплот,
время без лицов. Нет, мы забыли снов. Соседи ухванулись, мы уносили без кармы, как все космос. И гребет вся история, наследник из крона. Он у нас варитель и котелон. Чак империя под воду, модели города. Будет эти контейнеры с окнами. Первый бог и бог, не так, как он другой. Проданы за закон, по бедом, в лаборатории. И задолжа от слова пиццового бога. Конят народ, как самый наркотик. Это называется гон. Сейчас придется нам разъебать все вместе. Короче, мне похуй, если у вас иначе это звание, сейчас должны стать стоящими, блядь. Окей? Вообще все должно быть стать стоящими. Срочно! Yeah.
все твое сердце собирается. Как будто ты это собирается. Можешь оказываться, куда хочется. И это не в самом пьесе. Утром нам не утром. Let's go.
смотрел восточную комнату. Ну, то есть, я понимаю, что вы, скорее всего, читали «Властелина колец», я позвал на люди. Я просто... Йо-йо-йо, Андрей, клик, бери, пожалуйста. Воды? Мы уже в первом ряде, потому что там поделиться, пожалуйста, друг с другом. Будьте так добры, не будьте на истории. Давайте делим, чтобы мы сплюсь на одну прикрытую личную прикрытую. Все, что мы не выпьем, не раздадим, разумеется, но мы сумеем уже купить, иначе мы сдохнем. Короче, восточный Мордор. Небольшой рейхский фессорий. Есть такой замечательный город Лондон. И есть его восточная часть, которую мы с ребятами из Гринпарка, которых, наверное, некоторые тоже знают. Мы ее так называли, потому что Лондон в воображении большинства людей — это королева и прочее, и олигархи, но не все районы таковы. Восточный Лондон — это East London, это Стратфорд, Кейптаун, Глазгоу, Автопарк. И дальше на юг будет уже Южный Лондон. Это Льюисфилд, Хартфорд, и Клапан, и Пекрол, и все эти места. И почти все ребята, которых вы знаете, как часть Гринпарка, то есть Порчи, Марку, No Limit, Жанна, Сифу, а кто у нас был еще, значит, кто у нас был, Дебро, Домани, кто еще? Короче, если кого-то забыл, это не сосна, нас было много, вот, и... Короче, я очень горжусь тем, что мы все еще общаемся, работаем. Я считаю, что это очень круто, это начиналось 9 лет назад, и вот, No Limit уже выступает в России. Марик Си приглашает своего на концерта. Я хочу, чтобы вы пошумели для Гринпарка, пожалуйста. Спасибо большое. Короче, сейчас еще покажу немножко. Чувствуешь, я вам просто вообразил, что вы такой один большой коллективный дух. Я вам дарую эту дверь. А знаете, почему я не дал эту дверь? Почему? Многие думают, что я не дал эту дверь, потому что я боюсь каких-то вопросов. На самом деле, можно себе просто не ответить на вопрос. Не знаю. Придумайте любой вопрос. Он не будет таким провокационным, что я типа не хочу его слушать про каких-то моих старых знакомых или про насколько я зарабатываю. Я может что угодно, я не буду вопрос задать. Если не захочу отвечать, я не отвечу. Я не пошел в друзей не поэтому, а потому что он так подавал нам эту тему, что нам это нужно, чтобы собрать любовь или песни. И чё мы, блядь, не знаем. Я явился на всех людей, потому что я собрался за вами. Причем у меня никакого негатива к нему нету, просто, ну... Это мы, про себя, это не мое участие, это про всю мою команду, которую я считаю. Вот, поэтому идет салют, но нам просто не нужно, нам как бы вот хватает. Ажиотажа благодаря вам. Сейчас еще будет немножко слезливо, но ладно, переживется это. Огромный вам респект за то, что вы, даже когда, типа, я падаю в бой, за то, что правильно. Потому что, блядь, без пули не бывает. Если бы не было батла в Эдере, то не было бы батла в Америке. В плане того, что я бы не сделал работу над ошибками и не разъебал бы так сильно вилей. Поэтому спасибо. Что там смотришь? Сегодня ты смотришь батл без панча, а завтра партнер без панча. Вот это правильно. Вот это я сегодня сделал выводы и нормально побатил. Спасибо вам огромное за поддержку, меня были вами, и очень круто осталось. А ну и те одаренные, как это, особо одаренные люди, которые что-то пишут про то, что, блядь, это был договорной батл, что мы знали раунды друг друга, что кто-то кому-то заплатил, вы, блядь, настолько, даже не надоем, вы просто не понимаете, какое количество нервов я вам сюда оставил. Это просто было самое жесткое, блядь, что я прошел в своей жизни, подготовка к этому батлу и, блядь, делать батл. Все, спасибо вам огромное, короче, я вас люблю. Треки продвигаются одним из самых моих удачных, я очень редко люблю свои треки целиком, но да, люблю. Единственное, что так я не умею петь, вам придется за меня спеть часть припева. Трек называется «Кативный покров». Это проживает память,
Let's go.
Santa stare mai un po' più a terra, rispetto a scelse. Все еще умею только жаловаться на организацию. Я не знаю, что это говорит о истории этого пациента, о психиатрии и карате. Но, блядь, что есть, что есть. Трек называется «Волокут». Я мечтал один раз в жизни на сцене. Сейчас я это скажу. Let's go. Заскочу, покосить, как не буду. Расположки, послушки, а на пути поездку ключи. Вот не прилетит луны, красно, а рубль за тебе уйти. Ты не знаешь, как обмануть. Вам тут не слова, мой ловит. Ты не знаешь, как ты принесу. Я перечечу, я распитку, солнце, только заначки. Попиту сам. Это смысл, когда рабочий. Все пожалеть, все как сына, тупая, как дочка. Ты громче песни, все говорят, но не ваша. Топчутся на месте, не то твоя дорожка. Будь проклясть, я не усну.
понравился. Главное, что этот концерт прошел, и, блядь, чувствовали его музыку, которая прошла. Конечно, музей на концертах, это очень клёво, потому что, ну, типа, круто, что быстрее так развилось, что наш юбик гибучий русский рэп стал нормальным, наконец-то. Это не самоцель. И я более чем уверен, ну, когда это должно закончиться? Ну, я не знаю, ну, пусть не через год, ну, через 5 лет, 10 лет. Ну, типа, а тут назад надо к клубу, это произойдет. Я надеюсь, вас там увидеть. Просто мне делать концерты поменьше, я уже его старту. Я уже обещал, что когда будет по 50. То есть еще 20, чуть меньше 20 лет еще есть. У нас было там такое же музыка было. Уходить пока не собирается. Прикольно, 50, если хорошо все. У меня для вас история, с тобой началась наша история с творчеством местного. Я с тобой был музыкой. И мы написали это вообще на сколько долг. Oh!
Давайте еще немножко гордо добавим, потому что там еще осталось два трека, которые для меня важны, и даже три. И следующий трек, блин, я не знаю, может, потому что как МС, об этом не слышите, но... Короче, мне кажется, как не слышу, то тот, который когда прочитал, опять же, блядь, это я не резил в жопу, это просто, ну, честно, опять по-чески. Трек называется «Красный сон вопроса». Еще один трачок. Короче, я раньше парился, что трек в этом медле могут понять буквально, когда он вышел, как называется, как видно. Вот. Короче, я парился, что он могут понять буквально, в плане куплетов, но я сейчас, когда свет горит, я как бы смотрю на лица тех, кто передо мной стоит. Люди, конечно, все разные, но я вижу мысль в глазах у подавляющего большинства людей. И это не может, блядь, не радовать, потому что понятно, сегодня много раз людей, 12 тысяч человек. Здесь, наверное, просто много. Придумайте любого человека, он, наверное, здесь есть. Любой типаж. Но, короче, насчет этого трека. Я рад, что люди понимают, о чем я читаю, и видят разницу, например, между любовью к своей стране и народу и вот этим вот ебанутым патриотизмом, который у меня.
все то, что я сказал, абсолютно справедливо антиамериканского про их внешнюю политику и банту. Нас там встретили такие же люди, как живут здесь. Это очень важно понимать, не вестись на эту хуйню. Там точно такие же люди, которые точно так же парят мозги их. Ребята, которые сидят наверху, да, поэтому очень круто, что этот батл состоялся именно с этой точки зрения. Но если вы видели перевод или понимаете английского третьего раунда, то поняли, о чем я там читаю. Тем не менее, официант Вашпойнту Мазарата. Завтра большой салют. Всем тему готов, большой салют. Ладно, я пошел от темы. Вы поймете, почему об этом пиздел. Трек полигон, высокий гол. Yeah.
I'm
жалею, но у нас все дальше нет шансов. Так что был не комментарий, так чисто волны обогрета в яме. Выключайте мой почерк, я не тебя горит и видом из рассвета до рассвета. Мой герой на мой зарплате рассвет. Лето молодчина в рассвете рассвет. Жалею тебя сейчас попасть в ответ. Слышь меня и выключи из дома, подвижу мой тёщу. Любой дурочный лицо на рассвет. Я чуть упали на земные дерева, свет ДВЗ, приобретение элитов. Лишь моя принцесса, ваши цели выжить стоит для учебного процесса. Мы тебя на месте снижены и прокляты. Вообще будет красавица, это так на СССР. Прямо на белый стол говорили, что он полетел в голове, что законы манеры. Это рядом все на теле, только вместо вице-мэра метит. Вы сейчас и назначай свои пиздец, свои приедет завтра. Профессионалы его в раз избрали, как несколько классных. Это классная теопарк. Раз на страсти тикать, его в раз не достиг меня. Почему у нас отрыгать комплексный зоопарк? Это гонка самая новенькая, я любую здесь. Подойти нельзя после школы, пока побудь здесь. Мастер перформал, классно поцеловал. Сопротивляйся, не все, все дела в условном форца. Сам не терроризм, что надо знать свое место. Это тёплое и недоёба с самого детства. И я даю народ, что снова сосредит и не даром это. Твои запросы больше к тебе и мой рассвет. Добавлю в серые руки нет цветов оттенков. Эксклюзивный реабилитационный шендер. Так что с таким монослом и старым мнением резко поздравление. Выключи как-нибудь после объекта рассвет. Полетит видом не рассвет, все рассвет. Мой герой на мой сражать за рассвет. Лезет молодиновый рассвет за рассвет. На лифте земля космопад за рассвет. Услышь меня и выключи из дома, то включи мой выносимый город. Дорогие лицо там рассвет. Я вижу дали на земле, где по сердце. Горит и светом перегоре за рассвет. Горит и видом не рассвет за рассвет. Мой герой на мой сражать за рассвет. Лезет молодиновый рассвет за рассвет. Я вижу дали на земле, где милосердие правит, и сердце перетянет все на смех. Спасибо за кепку, что накинул. Ты знаешь, мне же дико не идут кепки, вам все рассказали уже об этом. Короче, у меня уже полностью сел голос, кончились силы. Хочется пойти лечь на диван и выпить пиво. Ну, блядь, нужно концерты, правильно? Поэтому я предлагаю собрать в кулачок нашу уставшую кости всем. И еще разок въебать трек, который мы сегодня сделали. Но посильнее. Это было в начале, вы еще не были раскочегарены. Хотя я видел, кстати, респект всем, кто делал мош или пытался там. В следующий раз, блядь, будем ебашить Wall of Death. Короче. Девочка, пиздец, насколько ты. Короче, затушевали все трибуны. Пустили пухлю в ногу. Припавки с физическим. Сейчас ваши ребята. Я не
последние сны. У меня много чувств и мыслей. Подошла к себе на сцене показка. Это не заключено, не думай, конечно. Я под песней готова убрать людей. Я холодно, но просто расправлю. Я пришла больше свободного. Даже не понимаю, на что ты был достоин. Все равно потом под горло. Я чего я вольный скребец. У меня даже не более руки покорного. Я не пойму, почему на друга гневно. Потом я не похожу на грустный. Я же должен идти. Фигура, тем более ты знаешь, что ты должен быть важным. Ну все на кольку будет пьеса, не понимаю, ты однажды уйдешь. Моя девочка! Спасибо за то, что это была лучшая тренировка к Олимпийскому, но я так это не рассматриваю. Короче, блин, Витя, спасибо вам огромное, вы не представляете, что это для меня значит. Это не пустые слова, это не пиздёж со сцены. Поставьте себя на мое место, как я иногда ставлю себя на ваше. Я вас обожаю, спасибо огромное. Респект, что пришли. Спасибо, что открыли ту империю, которая сейчас будет. Все, на следующих концертах я думаю уже... Мне уже будет поспокойнее, потому что в родном городе уже получилось. Я вас обожаю, спасибо большое. Спасибо всем, кто был. Спасибо тем, кто делал шоу. Мы вас любим. Голоса уже нет, но мы сейчас сделаем фотку на вашем фоне.